Привет всем, с вами интернет-магазин ПК Авто. Сегодня у нас Camry 870 и установка магнитолы на Android Vomix. Большой 10-дюймовый экран, не знаю, видно тебе в камеру. Черный глянцевый пластик, все подходит без зазоров. Экран стеклянный, Android 10, 4.64, все как положено об устройстве. И 4G встроенный, соответственно. Далее, в перчаточном ящике у нас слот под сим-карту и USB-шник. И заводской USB штатной работы. Кнопки на руле, мультируль полностью рабочий. Все кнопочки вот эти вот программируются. Соответственно, громче-тише, вперед-назад, кнопка поднять трубку. Кнопку мод мы сделали как выключить звук. Ну, то есть кто-то подошел, хлоп, выключил звук, с кем-то поговорил. Кнопка с головой включает нам Яндекс.Навигатор. Естественно, голосовой поиск, Сбербанк. Все это работает. Далее, по штатным функциям продолжаем. Камера заднего вида работает. Показывается у нас, сколько за бортом температура. Ну и портроники, я уже сказал, работают. Все, в принципе, работает. Из еще бонусов. Значит, у нас есть климат-контроль. Можно отсюда прибавлять климат, можно прибавлять, соответственно, отсюда. Кому нравится, можно так.